Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас будет видео обзор продукта вот таких конфеток. Немножко отсвечивает, сейчас попробую убрать немножко. Вот, родные просторы, Россия, щедрая душа бренд. Ну, эти конфеты, наверное, все знают, все уже с ними сталкивались. Продаются, ну, не знаю, во всей России они продаются или нет. Вот, но у нас в Самаре они продаются. И, насколько знаю, по-моему, есть завод. Щедрая Россия, вот. Вот. И хочу рассказать, первый раз я попробовала эти конфеты, когда мне было лет 5, наверное. Мне они очень-очень понравились, но тогда они были гораздо вкуснее, чем сейчас. Вот, они так, ну, очень были вкусные. Сейчас немножко другие. И также вот есть состав. Он более длинненький. Читать, опять же, его не буду. Но тут, а вот Е-добавка, она есть. Есть пальмовое масло, масло ши. Кстати, напишите в комментарии, кто что думает о пальмовом масле и масле ши. Очень интересно, потому что есть разные варианты. Один вариант, то, что это очень плохое масло, его не нужно покупать продукты с его добавлением. А другой вариант, якобы это масло хорошее, что нужно покупать. Вот. Так что мне интересно ваше мнение, обязательно в комментарии напишите. Я обязательно почитаю, вам всем отвечу. Вот. Также, так, а масса 200 грамм здесь. А, в какой-то коробке конфет даже, а вот, 9 порций, да. В упаковке примерно 9 порций. Вот она немножко помятая. Но здесь видно. А, типа еще написано... А, полезная информация. Одна порция, две конфеты. Ну, уж сколько я съем конфет, это уже будет личное мое дело. Так, открывается оно довольно хорошо, интересно. Здесь есть штучка. Хотя, не знаю, нож, наверное, все равно понадобится в некоторых случаях. Нет, все нехорошо. Нет, все равно понадобится. Вот та вот часть, она открыта, а вот эта вот, она, блин, ее тяжело тянуть. И все равно же берешь ножницы, отрезаешь и начинаешь раскрывать. Так, начну еще с того, что коробка очень стала мягкая. Когда я, помню, пробовала ее в 5 лет, она была жесткая такая коробка. Эти коробки еще, помню, мы собирали и туда складывали разные игры, которые сами придумали. Вот, либо там, не знаю, какие-то игрушки туда складывали. У меня даже некоторые коробки конфет остались из 90-х годов. Потому что они плотные такие, хорошие, удобные. Это мягкая. Ну, кстати, относительно недавно она стала такой, стали экономить на коробочках. Есть штучка такая. Вот. Считайте, 9 порций тут или нет. То вдруг больше. На вид кажется, что как будто побольше. Вообще-то да, побольше. Ну, а, ну если, конечно, тут написано там, одна порция, две конфеты. Тогда, конечно, здесь будет побольше. Так, положим вот так вот. Здесь я приготовила свою любимую тарелочку с ножичком. Так, и сейчас мы выберем конфету. Тут они какие-то посимпатичнее, вот они. Да, там у нас нарисованы, да, помните, какие конфетки? Какие они красивые все. Внутри здесь вот все так красиво, с арахисом. Сейчас будем смотреть, что
на самом деле. Ну, там, кстати, большие, а тут они еще, кстати, уменьшились. То есть в мое детство они были побольше. Тоже относительно недавно они стали меньше. Они стали очень приторные, не такие уже вкусные. Разрезаем. Ой, она какая малюсенькая вообще. Как на картинке. Только посыпки почти не видно. Вот. Ну да, посыпки вообще мало. И они малюсенькие, малюсенькие, а были большие. Мягенькие, нежненькие. Но приторный, сладкий очень сильно. Вкус тех родных простор практически не остался. Какой-то там другой вкус. Ну, не знаю, может быть, совсем чуть-чуть. Ну, как обычные стандартные конфеты. Есть еще, кстати, конфеты наподобие вот тоже такие же. Они называются к чаю. Они очень вкусные, обалденные просто вкусные. Там тоже нарисован там чайничек. И вся коробка синенькая. Вот, я такую покупала в Сочи. Но видела у нас и в Самаре. Они бывают в каких-то таких необыкновенных магазинах. Магазинах, которые, наверное, в дорогих продуктовых магазинах. Вот, но ее очень редко можно встретить. Но они очень вкусные. Они быстро заканчиваются. Их, как всегда, мало. Вот. Вот они, смотрите, какие. Очень маленькая. Вот она почти. У меня с пальчик. Малюсенькая. Ну вот, напишите свои комментарии внизу. Нравятся вам такие конфеты, родные просторы, или не нравятся? С какими, кстати, вкусами, с арахисом. Вот, кстати, фундуком я не пробовала, у меня на него аллергия. Не знаю, может быть, я ее поборю и когда-нибудь куплю. Мне интересно попробовать, какие же. Вот, пробовала я, по-моему, какие-то беленькие с кокосовой стружкой, что ли. В принципе, они понравились мне, вкусные. Вот, ну, вот это самые такие классические. Напишите свои комментарии, как они вам понравились там. Вообще, пробовали вы их или нет? Потому что мне кажется, что некоторые люди их не пробуют. Нет, не пробовали ни разу. Мне кажется, есть такие люди. Вот, и на сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И всем пока-пока!